Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Сегодня я хотел бы поздравить всех спасателей с их профессиональным праздником. Друзья, удачи вам! Ну, в общем, пришли мы какой-то. Вот сейчас мы находимся в реальном поле. Подошли к месту такому, которому, в принципе, можно водичку попить, а проснуть собаку на поле. Мы пришли на следующий. Работай! Работай! Иногда из завала тишина режет слух. Работай! Не всегда покой и сон, а что чаще унисон сердец стук. Поисковый спас отряд, так, короче говоря, нас зовут. Что вот, можно сказать, беспечность людей. А зовут не на обед, не на праздничный банкет, не к столу. Произойдет не с нами, что это произойдет с кем-то. Вызывают нас тогда, когда боль или беда на порог. Ну, в общем, все как дома. Идем сквозь снегопад, ливень или встречный ряд, лишь бы в срок. Служба такая, людям не всем дана. Быть по тревоге раньше других всегда. Жизнью рискуя дать человеку шанс. Наш позывной маяк, мы в ответе за вас. Стиши уставший город дремлет в ночи. Операция прошла успешно по спасению животных. И в радиоэфире сейчас тишина, помолчи. В наших книжках спасателей записать поисково спасательную операцию. Перед броском умолк. Да, вообще, почему это помолвлен? Ждет затаив дыхание. Приморский областной поисковый спасательный отряд. Скажите, пожалуйста, вам помогли действия спасателей? Друг, разорвав прохладу. То есть вас ориентировали по солнцу, вы именно по солнцу шли, как вам сказали, да? И буквально через 10-15 минут вы уже вышли на дорогу. Ну, в следующий раз будете. Ну, то есть теперь вы примерно представляете, да, каким образом нужно действовать, что телефон заряжен с собой, надо себя найти. Любою ценой. А в медицинской помощи нуждаетесь? Служба такая, люди не да, ну понятно, сколько? Так, собака побежала. Быть по тревоге раньше других. Привет, всегда. Друзья, с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Жизнью рискуя дать человеку шанс. Наш позывной маяк, мы в ответе за вас. Служба такая, людям не всем дана. Быть по тревоге раньше других всегда. Жизнью рискуя дать человеку шанс. Вот сейчас мы видели с вами, как собачка обозначила. Наш позывной маяк, мы в ответе за вас. Сладовшим.